Возможно, в будущем депутатов не будут лишать полномочий из-за ошибок в декларациях о доходах. В Госдуму внесли законопроект о послаблениях для муниципальных народных избранников. Сельским депутатам, работающим на непостоянной основе, то есть учителям, врачам, сельхозпроизводителям, которые вдобавок выполняют функции депутата, предлагают упростить порядок подачи деклараций. Делается это для того, чтобы людям не приходилось отпрашиваться с работы, ехать в райцентр и стоять в очередях за справками. В обязательный отчет предлагается включать только крупные покупки, а за неправильное заполнение будет предусмотрено альтернативное наказание. Человека предупреждают, причем это предупреждение, оно будет выноситься и размещаться на сайте представительного органа, то есть средства массовой информации будут видеть. То есть это тоже форма такая вот порицания, предупреждение будет, наказание депутата, можно сказать. И вторая форма ответственности, соответственно, его могут лишить должности внутри представительного органа. То есть он занимал какую-то должность в представительном органе. И лишь на третий раз депутата снимут полномочия. По оценке алтайских парламентариев, эти инициативы могли бы существенно облегчить работу законотворцев, особенно в селах. Здесь, подчеркнул Мордовин, многие не идут в представительный орган из-за рисков и бумажных волокит.